С каждым годом Верхнеуральск становится все красивее. Преображаются парки и улицы города. Но красота и убранство должно коснуться каждого уголка нашей малой родины. Для преображения привокзального парка нужен был проект и идеи. Теперь они есть. Благодаря инициативной группе, в которую входят сотрудники музея, Дома детского творчества, главы города и специалисты-инженеры. Реализовать этот проект стало возможным. Сейчас проходит всероссийский конкурс на лучший городской проект. Только несколько городов-победителей получат помощь в благоустройстве города. Поэтому так важно получить поддержку от жителей. Призываем всех, кто неравнодушен к нашему старейшему городу, принять участие в голосовании и в дальнейшем принимать активное участие в работе над преображением городского парка. Предлагаем жителям города Верхнеуральска и Верхнеуральского района принять участие в голосовании на тему «Возрождение привокзального парка как центра культуры и истории Верхнеуральска, старейшего города Челябинской области». Голосование продлится до 20 марта. Чтобы проголосовать, нужно пройти по ссылке в интернете и отдать свой голос за преображение привокзального парка.